Привет, с вами снова Владимир. С реальной стройки новости. Когда-то в 2000, не помню, 2007 или 2008 году мы построили заказчику вот этот дом. Мансардный на 160 квадратных метров. Заказчик строил его с инвестиционными целями, чтобы вложить средства. Он сам жил и служил на Сахалине, прислал нам деньги, и мы строили у нас в дачном товариществе вот этот дом. Теперь он приехал с Сахалина и решил провести коммуникации. Дом находится в дачном товариществе, как я уже сказал. И наконец-таки, через кучу-кучу лет, вот тут вот люк внутри участка, и вот люк, который принадлежит товариществу. Мы сплатили товариществу 12 тысяч за подключение, 3 тысячи за люк. И попросили нашего вот из суперинженера Дениса. Денис Борода, вы знаете, у меня Андрюша Борода, каменщик, а это Денис Борода. Он занимается сантехникой на всех наших объектах. И тут объект несложный, но все равно попросили мы сделать его. Покажи, Денис, что ты там делать собрался. Покажи. Вот сиделочка у нас, которая будет устанавливаться на трубу для произведения врезки в этот дом. Вот, так что водоканал наш этим не занимается, разрешает это делать самим. Как сказать самим? Ну, в смысле, сантехником, а после чего... Принимает и берет взятки. Ну, короче, принимает приборы учета, которые здесь же будут установлены. Я лично ненавижу инженерку, знаете все, да? Отделка инженерка — это не мое, поэтому мне легче скинуть работу Денису. Пусть этот буржуин заработает свою копейку. Ему такие объекты невыгодно, он занимается нормальными двухэтажными домами, но так как... Да и сами мы бы не занимались этим водопроводом в жизни, но заказчик старый, приходится... Ты можешь прервать съемку на минуту? Съемка прервана. Так вот, продолжаем. Ни хрена не видно там. Ну, короче, на полипропиленовую трубу большого диаметра Денис сейчас там прикручивает как седло, как это называется? Да, это называется сиделка. Я не знаю, нафига нам это видео, но мы типа снимаем. Все равно на канале про инженерку у меня ничего нет. Теперь будет. Вон Денис прикручивает. Сейчас самое интересное, я все жду чего. Как он будет дырку подставить, оно будет брызгать. Вот это самое смешное и интересное. Добрый парень. Ну интересно же, насколько это. Я, например, когда газовики прожигают, я офигеваю каждый раз. Почему? Ну как, они газом прожигают этот там самый. Минимальное давление. Там 13... А горит такой факел бывает. Да, там 13 миллибар резко. Ну можно не прожигать, там есть вариантов несколько подключений. Но они, кстати, у нас говоря, только прожигают. Кстати говоря, интересная есть система. Сейчас сиделки вообще для чайников есть. Но их в Таганроге почему-то нет. Это надо тащить с Батайска. У газовиков. Там Т-образный подвод с пробкой. Откручиваешь пробку. Вот сюда тоже отвод. Там сразу сверло встроено. Я понял. Которое потом как-то заменяется на потом... кран. Нет, ее давлением выбрасывают, тут запирает вертикальную часть, а вода уходит вот сюда в бок. Ну, короче, мы нифига не поняли, потому что ничего не видно из-за того, что ты в люке сидишь. Но он накидными болтами сиделку крепит. У нас тут кошак есть, видите, рыжий. 20 раз уже пнул, а он все равно идет. Да отстань, глисто тут распространяешь, иди отсюда. Ну, смотрите, это мы наживили сиделку. Еще не поставили, но уже наживили. Ну, лучше съемка не получается, господа зрители, потому что тут люк таганрогский по минимуму называется. Очень маленький, а Денис у нас очень парень большой. На 70, не, наверное, 100 килограмм. Сколько там весишь? 100. 100! Вот, у нас все, у нас как, если 100 не весишь, то тебе не дают, короче, лицензию строительную. 100 весишь, сразу тебе лицензию дают. Я вот сейчас похудел, меня скоро заберут, сказали. Так, ладно, седло он что, типа уже затягивает, или что он там бегает? Кстати, меня всегда удивляло, что сантехники все крутят разводными ключами. По мне, так это говнище конченое. Никогда вечно они шатаются, люфты в них. Ну, им падло носить набор ключей, им легче один разводной. Правильно, понимаете. Ну, я же говорю, что... Кошак надоел, иди отсюда! Я сижу, снимаю, он царапает меня.
Кстати, господа, скоро мы с Денисом сделаем на моем канале отдельный плейлист про инженерку в доме. Денис, чем ты занимаешься? Отопление, водопровод, канализация? Отопление, водоснабжение, канализация. Сейчас мы собираемся еще заниматься системами вентиляции и кондиционирования. Короче, сейчас он бабла столько подымет, что у него ключ будет серебряный. Кошак, давай, поснимайся в кино. Кошеня! Так виднее. Да, отлично видно. Еще раз повторюсь, мы в жизни такой фигней не занимаемся, как врезка водопровода в домике там за ерунду. Ну, старый заказчик попросил закончить, как говорится, дом. Сейчас мы водопровод ему введем. Газ в доме есть. Выгребная яма вместо канализации. И уже дальше он сам будет заниматься. Кошак не успокаивается, залез в пакет. Кошак! Кошак! Видите? Видите, у нас кошаки в Таганроге продуманные. Дождь, он пролез в пакет. Сейчас, Денис, ты будешь все время только затягивать, да? Нет, я сейчас буду сверлить. Ну пока, да, пока тяну, я позову, когда будет интересный процесс. Короче, я кино опять останавливаю. Вот мы сиделку вкручиваем кран, через который будем непосредственно держать. Короче, кран железный, сиделка пластмассовая. Денис говорит, что не всегда они хорошо стыкуются. Но зато я так подозреваю, что течет редко, так как железо дополнительно опять нарезает эту резьбу, как бы плотность высокая резьбы получается. Как он продуманный, гляньте, господа. Как четко замерил расстояние, что кран крутится, но не это самое, не зацепляется за стену. Молодец. Я бы или бы прикрутил близко, что кран при поворотах зацеплялся, либо ставил далеко, что он был посреди люка. Работу проверил. Смотрите, как он херню соорудил, господа. Смотрите. Бутылка. Скотч армированный. В метабовский шурупер вставил какой-то советскую. Патрон советский. И советская же, видно, советская. Свёлышко. Светло-советская, действительно, кстати говоря. Это он, знаете, это запатентованная конструкция, мне кажется. Сейчас мне в харю как брызнет, чтобы я не умничал. Он же их специально на меня направил, заметьте. Блин, ни хрена не видно. Так. Ага, это он сделал для того, чтобы ему спокойно вынуть дрель и в рожу не прыскал. Так. Так. Сверлим, потом выдергиваем. Ну шо, Владимир, помолясь. Конечно. Так. Мне не очень нравится. Длина. Ну? Давай ручку снимем. Ручку чего? У крана? Да. Зачем это? Ты думаешь так? Ну давай. Не, зачем ручку у крана? Она мешает немного. Ну тогда давай лучше снимем. Не, лучше давай снимем, ты чё? С другой стороны мы быстрее его закроем. Так, ладно. А это мы сможем закрыть? Да. Ну погнали. Полипропилен. Сейчас узнаем, какое давление. Настолько толстостенная. Что у нас с аккумулятором еще должно быть? Владимир, а можно попросить вас перенести второй аккумулятор? А где он? Наберите. Да сверлит, давай, сверли. О, водичка! Вот это вот называется... Ай-яй-яй, камера жива? Да камере плевать. Все. Короче, съемка на секунду прервалась, потому что я отпустил клавишу съемки. Ну все, мы сделали. Почти не мокрый, покажем его
Это нормально, это разве мокрый? Еще раз говорю, там съемка на секунду прервалась, потому что я отпустил клавишу, потому что мне в морду брызнуло. Ну все, теперь можно идти домой. Еще раз, запомните эту морду бородатую. Мы с ним сделаем сейчас отдельный плейлист про инженерку. Проблема только в том, что он у нас крутышка и работает в основном по области, в основном в Ростове-на-Дону. В Таганроге он не работает, поэтому, чтобы снимать, надо ехать далеко. А мы далеко ездить не любим, сами знаете, мы бабло зарабатываем, нам некогда. Еще снимался кошак. Охренеть, орех на машину. На его машину упал орех заказчика. Все, капец заказчику. Я не знаю, там камера нормально ли снимает, потому что все в воде. Еще раз, смотрите, как получилось. Седло с краном. Теперь Денис здесь соберет водомер, вот это все, всякие грязевые фильтры. А труба, вот она, вот, уже прокинута нами еще, сколько там, 8 или 9 лет назад. Вот так она идет, вот тут под дорогой мы прокинули сразу и закопали. И она приходит вот в этот люк внутри этого самого, как это называется, участка. Сейчас покажу. Зайду, и Денис тут нам соберет колонку дворовую для того, чтобы продолжить строительство, ну не строительство, а отделку этого дома. А до этого все брали у соседей. Воду брали у соседей. Вон, я не знаю, вам видно? Вам не видно, там в земле. Тут текли дожди много-много лет и залили этим самым грязью трубы. Ну вот она, труба, вон. Видите? Вот одна, вон вторая. Здесь Денис соберет колонку, с которой будем брать временно воду, после чего... Сейчас покажу внутри, что там в доме. После чего трубу мы тоже давно еще закинули в дом. Уже много лет назад. Я не знаю, здесь свет есть. Ни хрена он не работает. Сейчас. Вот она, тут плохо видно. Вот она, эта труба. Вот. Которая от люка идет сюда. Здесь в будущем будет санузел. Вообще, что-то света нет. Сейчас проверим. Понял, где свет. Короче, ничего я не понял, свет почему-то не хочет включаться. То есть вон она, эта труба. Ну все, не знаю, нужно вам это видео, не нужно, но мы его сняли. Зачем я сейчас снимаю, вообще не знаю. Ну, скучно мне. Сегодня дождь, мы не работаем. Денис тут занимается не пойми чем. За небольшую мзду. Все, всем спасибо. Про Дениску скоро мы все выложим.